С наступлением весны на территории города и сельских поселений приступили к работам по благоустройству, в числе основных – ремонт дорог и тротуаров. В Славянске на Кубани продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети, запланированной на 2024 год. В этом году в городе появится 11 новых участков тротуаров. Работы будут проведены по улицам Октябрьской, Упорной, Таманской, Западной, Краснодарской, Казачьей, Рыночной, Победы, Средней, Пластуновской. На участках этих улиц будет сделано новое асфальтовое покрытие. Сейчас работы проводятся по улице Ковтюха. Уже частично установлены бордюры. Ведется укладка плитки. Обновленная пешеходная зона будет на участке от Троицкой до Батарейной. Также продолжается ремонт гравийных дорог. В городе Грейдер прошел по Крепостной от Батарейной до Полковой, по Троицкой от Казачьей до Запорожской, Комсомольской от Колхозной до Рыночной. Работы проведены на пересечении Рыночной и Кубанской и многим другим улицам. По просьбе жителей прогредирована дорога к Хуторку от переулка Проточного и до объездной трассы.